Всем привет, дорогие зрители моего канала, с вами Блэкс. Сегодня мы продолжаем играть в игру под названием Assassin's Creed 4 Black Flag. Так, спокойнее. Ну вот, с возвращением. Итак, мы находимся в будущем. Ну, показатели в норме. Убедимся, что с тобой все нормально. Что делать надо? Покрути головой и посмотри на лампы. Сюда. Ух ты, от первого лица, вверх. Что ли? Вот так. Вниз. Пока все хорошо. Вставай. Так. Как вставать? Ну, а, все. Ты в проекте образец 17. Для начала тебе понадобится вот это. Образец 17. Объект 17. Какой образец? О чем? Привет, бонжур. Сабон? Работает? Абстерго. Ну что? Прогуляемся. Выходим. Типа анимус, что ли? Да ладно. Что опыта мало? У тебя талант. Потоки данных стабильные. От первого лица играем, охренеть. Я думал, от третьего будем. Как за Дезмонда, хотя Дезмонд сдох. Надеюсь, что мы найдем предка из феодальной Японии. Хочу. Солидно, туда. Да? Или... Этому зданию всего полгода. Но Abstergo Entertainment работает уже несколько лет. С 2010-го. Знаешь про Liberation? Наш первый проект с технологией Animus. Это было только начало. Очень скоро мы начнем распространять коммерческие серверы Animus по всему миру. Liberation. Только пассивный режим, конечно. Адаптация. Игра в игре, теперь ты видел все. Самое интересное. И есть идеальная тема для первого Охрененно. Полноценного проекта. Карибские пираты. Работа для тебя. Надо подождать. Типа Assassin's Creed Pirates, о которой говорили. Итак, я понял, мы находимся во Франции, да? Это тебе. Главный инструмент в нашем деле. Коммуникатор. Давай, включай. Он классный. Слышь, включай, да? Коммуникатор. Что еще за хрень? Кажется, что у нас... Значок сотрудника. Скрытое что-то. Что это? Комната охраны. Очень строго с безопасностью. Просто коммуникатор — это универсальный ключ. Сейчас, подожди, я посмотрю, что у меня есть. Так, памятник сотрудника. Памятник сотрудника Abstergo Industries. Welcome to the team. Только prefer to pair the blair. Then there were there the mayor, the second mayor, and for the mayor, and the second mayor. О, охренеть, я как почитал, да? А вы думали? Wi-Fi? У нас Edge 3G нету, я так понял, да? Так, мини-карта. Мини-мини. О, Wi-Fi. Видишь мигающий сигнал? Ну. И есть контакт с лифтом. Только после вас. Нам в студию проекта образец 17. Контакт с лифтом? Вы о чем? Какой контакт вы лифт с лифтом? Вы вообще о чем? Чё? Образец. Этаж. А, Е нажимать? Какая-то хрень. Какой лифт? Вы о чем? Это Wi-Fi и Е. Е интернет. Ну вперед. Какой вперед? Вы о чем? Карта новая появилась, что ли? Да. Новая карта. Что это? Рабочее место сотрудника. Комната охраны. Ладно. Какая-то хрень полнейшая. О, это наш босс Оливье Гарно. Я вас познакомлю. Бонжур. Салют, Леони. Саба бьен? Спасибо. Это наш новый сотрудник, первый день. Здорово. Бонжур. Какой проект? Образец 17. Род Кенуэ. Хейтен. Коннор. Эдвард. Пират. Феерический долбоёб. Очень интересно. Добро пожаловать. Мелани, можно поговорить у тебя?
Да, Хейтон Коннор уже Дезмонд посмотрел. Сейбон, рад знакомству. Уже видел я вашего Хейтона Коннора. Полное дынище. Образец 17. Сэдвард Коннор. Исследуем память одного очень ценного донора. Дезмонда Майлз. Берем самое интересное из его ДНК. Ну, это и понятно. Я очень надеюсь, когда-нибудь все это выльется в невероятную историю. Что это у нас этот такое? Этот недотепа Джон, наш чудо-айтишник, чинит кое-что для тебя. Я не чиню, я отладчик. Отладчик, да. А вот и он, твой персональный рабочий анимус. Прошу, садись, расслабься и найди что-нибудь интересное. Если нужны подсказки, в аниму загружены обучающие программы. Разберешься. А я зайду позже на абордаж. Добро пожаловать в Анимус Омега. Инструмент Abstergo Entertainment для исследований памяти. А Industries где? Если возникнут вопросы по работе в консоли Анимуса, пожалуйста, свяжитесь с руководителем вашего проекта, Мелани Лемей. Вы стали участником проекта Образец 17. Ваш объект – Эдвард Джеймс Кенвей. Дата рождения – 10 марта 1693 года. Суонси, Уэльс. Отладка окончена. Показатели в норме. Системы работают. Экстра-нейротрансмиттеры включены. Что она сказала сейчас? Какую хрень? Какая-то хрень! Ну ладно. Итак. Что это, Гавана, да? Да, вот тут графа, конечно, клевая. Но в игре она будет хуже, потому что это игра, а это фильм. Или это такая сцена? Нет, такая сцена. Assassin's Creed 4 Black Flag. Неизгладимые впечатления. Гавана, Куба, июль 1715. Новые лица? Нет, нет, хочу казаться дружелюбным. Не дай бог снова примут за пирата. Верно. Преступникам вроде вас нужно быть начеку. Феерический идиот. Отбитый идиот он. Отбитый идиот. Ладно. Что же у нас дальше по плану в этой занудной, то есть офигенной игре? Совсем недавно Англия с Испанией вели войну. Да ладно. А теперь я торгую с испанцами, как с братьями. Братуха! Что-то не так? Нет, пустяки, камень в сапоге. Сапог в камне. Койки. Я бы сейчас взглянул, офигеть. Скажем, пару часов. Пару лет. Я тут собираюсь... В один трактир встретиться с купцами. Могу проводить. Ведите же. А мы капюшон зачем-то надели. Надеюсь, вы дождетесь конца моей встречи. Столь внушительный человек рядом был бы большим подспорьем. На случай... Стинт, а я думал Стинт. Ладно, подожду. Выпью чего-нибудь. Отлично, выпейте. Ну, пиратов здесь не жалуют, верно? Это сколько же надо было награбить, чтобы угодить сюда? Девчонки. Ола, леди. Вы близко знаете эти дамы? Нет. За близкое знакомство они берут деньги. Несколько десятков реалов в час. Интересует? Нет, что вы, право. Я ведь женат. Потому и предлагаю. Лол. Вот. Здесь можно приобрести личное оружие. Мне тоже нужен клинок, Дункан. Такой, как ваш. Эта ржавчина ничего не стоит. Все же рядом с вами я выгляжу слабым котенком. Мне бы хоть небольшой кинжал. Взглянем, что продают. Может, и мне купить клинок? Будем воевать вместе? О, хорошая парочка. Братья-близнецы. Одолжите пару реалов. Как-никак я вас спас. А, да, конечно. Спасибо. И чё он мне одолжил? У меня есть вроде деньги. Так, чё купить надо? Клинки. Пистолеты.
боеприпас, одежда. Нет, смотрите, у Кенуэ другая одежда будет потом. Это временное, видимо, пока. Так, продажа грузов. Это же хоть четвертый трофей. Пинки. Английские палаши. Испанский гордой. Офицерские шпаги. А у меня вот такие, да? Так, а пока вот это, да, покупаем? Этот мне в самый раз. А у вас как? Мне хватило лишь на маленький ножичек. Но и он сгодится. О, черт возьми. Похоже, мы заблудились, Дункан. Да как? Ничего, что-нибудь придумаем. А что мы ищем? Ну, таверну с внутренним двором. А ну. Да, хоть костюм ассасина дали в самом начале, хоть какой-то. Это, конечно, не костюм Эдварда ассасина, но все же лучше, чем ничего. Да, ай, блин. Спустись. Найти надо, где залезть. Проблематично тут находить. Отлично. Каждый палец как крючок. Так можно отличить моряка. Отлично. Гаванна. Красивый город. Испанский или английский? Испанский вроде город. Кажется, приметил. Или английский? Мы близко. Опа, да. Держитесь! Отчисти меня! Боже, что теперь будет? Не могу дышать! Сердце не бьется! Стой, или я тебе колени переломаю! Не в тот карман ты полез. Расхлебывай последствия. Отлично. Встретьтесь с Тидо в таверне. Слава богу. Да, это испанцы, разумеется, видите? Разумеется, это так, отребье. Да уж. А, мы на месте. Не спешите, я буду тут. Приятно встретить валийца в стране Даго. Сам из Англии. Коротаю время до следующей войны. Повезло Георгу. Такой подлец ходит под его флагом. Эй, Паулух. Твое лицо мне знакомо. Ты же водишь дружбу с пиратами в Нассау. Замолчи, не то набью тебе рот свинцом. Эдвард, так ведь? Поганец! Я предупреждал. Лол, что происходит вообще? Ладно, хотите подраться, подеремся. Хотите драки? Будет вам драка. О, ты прям продублировал мои слова. Давай, давай, парируем. О, круто. Тихо ты. На! Получил свое, негр. О, рабочая сила Гаваны. Не бросите меня! Я найду вас! Перо инглес!
используется 6, а затем F. Так, что-то подлагивать стало. Вот это да. Жалко, лестницу нельзя скинуть. Я уже давно скинул. Так. Куда бы валить? Пасарак! Пасарак! Чапалах! Ах ты чапалах! Где спрятаться можно? Ну где можно спрятаться-то? Эх ты дерьмо проклятое! Чапалах! Черт, чапалах! Вот я идиот. Вот кто идиот, так это я. Еще не попали. Да где спрятаться можно? Ничего не вижу. Просто бегу. А во-во-во, чапалахиво. Быстрее, чапалах, чапалах. Черт, эти чапалахи меня догнали. Что делать? Ой, чапалах. О, чапалах-то чапалах. Долго я так буду бегать? Я знаю, где прятаться. Столько сена там. Что-то лагает. Странно. Да. О, господи. Да, это будет очень долго бегать. Бегать не ваш. Вот еще сток сена, но они за мной бегут. Да гейз. Ты охренел так меня это? Я сейчас проткну. Ах ты, ну ладно. Ну это. Отойди от меня. Быстрее надо валить куда-нибудь. Блин, этот гиск меня задолбал уже. Я ей сейчас пропишу в нос. Куда ты полез? О, господи. Ладно. Чё-то как-то тут вообще пипец. Чё, охренел? Вот они на меня напрыгивают. Они бегут быстрее меня, поэтому я ничего не могу сделать. Вот, например, опять эта гиска вышла. Готов. Ну чё ты, гиска, давай умирай. Вот этот гиска меня заколебал. О, пацаны на помощь пришли. Все, теперь валим. Опять этот... О! Сейчас было круто. Он промахнулся. Тагиска, тагиска. Пиписка. Я нуб полный. Прикиньте, я спрятался. Каким образом? Что он вылез-то? Сейчас куда-нибудь забежим, вот сюда, например.
А, нет, сюда не сбежим. Мы тут уже были. Да. Опа. Покиньте область и спрячьтесь. Надо вот эту зону покинуть сейчас. Где она заканчивается? Мы уже ее покидали один раз. Ну вот сюда куда-нибудь. Ладно. Какая хрень. Все, прошли, дорогие друзья. Вообще нереально что-то было спрятаться. Ценится воспоминания. Ну что ж, дорогие друзья, с вами на этом был я, Блэкс, и всем удачи, всем пока. Берегите себя. Пока, пока.